Управляющая компания сменилась. Новая с оперативным решением острых вопросов справляется с трудом. У жителей ЖК в Лайково проблем накопилось немало. Благоустройство территории, содержание контейнерных площадок, работа вентиляционных систем и некачественное остекление. Все зафиксировано на бумаге. Я бы от вас хотел получить весь этот протокол, как его назвали. В моем понимании, если бы я был подрядчиком, застройщиком, в общем, ответственным за исправление замечаний, я бы там сделал желтую, красную, зеленую зону по приоритетности. 6000 обращений, из которых больше половины уже решено. Одна из самых актуальных – неработающие датчики температуры. В некоторых квартирах с наступлением холодов тепло распределяется неравномерно. Специалисты говорят, необходимо убрать завоздушивание. У других в комнатах протечка. Ее обещают устранить весной. Снег первый выпал, он потаял. Все, угол у меня в квартире мокрый. Поэтому я наблюдаю за этим углом. Я не делаю в этой комнате ремонта, я остановила. Проблемы безопасности волнуют жителей не меньше. Из 579 камер видеонаблюдения работают 345. Пока их подключение проходит согласование, за спокойствием следят полицейские. На своем уровне, там дневные, ночные наряды я сюда приблизил по максимуму. В ночное время у меня сотрудники патрульно-постовой службы здесь проезжают ежедневно. Также обсудили вопросы водоснабжения и качества воды. Динамику решения проблем рассмотрят на следующих встречах с активными жителями. Евгения Августина, Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».